Составление правильного плана подкормки сельскохозяйственных культур – чрезвычайно важное и непростое мероприятие. На самом деле должен быть решен ряд важных аспектов. Определить количество удобрений, необходимого для культуры. Рассчитать время и тип удобрения, которое должно быть использовано. Предлагаем вам несколько полезных советов по подкормке растений от Валагро. Наша цель – произвести больше, используя меньшее. Подкормка должна осуществляться в критические для растения фазы. Тип удобрений и доза их внесения рассчитываются, исходя из потребностей культуры. Нам необходимо гарантировать достаточное количество элементов питания растений, избегая их избытка или недостатка. В то же время нам нужно удовлетворить потребности человека, потребляя меньше ресурсов, быть способными заставить науку служить человечеству через инновации, уважая природу. Для этого Валагро всегда находило эффективное и инновационное решение в области питания и ухода за растениями, уважая человечество и окружающую среду. Решение Валагро. Для листовых подкормок полевых культур Валагро рекомендует линию Plantafol, хорошо растворимые и чистые НПК, обогащенные хелатами микроэлементов. Хорошая растворимость, а также быстрая и полная поглощаемость позволяет растениям развиваться и поддерживать критические стадии развития, а также гарантировать высокое качество продукции. Линия Брексил используется специально для предотвращения и ликвидации дефицита микроэлементов листовой подкормкой. Линия Брексил, представляя собой вещества природного происхождения в комплексе силинга с сульфонатом, характеризуется замечательной эффективностью проникновения без риска фитотоксичности. Поле. Преимущество решений Валагро по сравнению с обычными жидкостями продуктами, имеющимися на рынке, заключается в следующем. Первое. Без рисков при хранении на складах не замерзает, не вытекает. Второе. Меньший объем переносимого продукта. Третье. Высокая растворимость при смешивании продукта в емкости. Четвертое. Без риска забивания фильтров. Пятое. Нет проблем с утилизацией тары. Шестое. Высокая концентрация элементов питания по сравнению с популярными удобрениями. Седьмое. Высокая рентабельность внесения.